Доброе утро всем. День третий. Я думаю, что я, наверное, не буду вам снимать опять клинику, потому что, в принципе, будет та же самая процедура. Будут мне снимать бандаж, замерять ручку, опять массаж, опять бандаж. Поэтому, в принципе, самое основное я вам показала. Дальше будет все то же самое. Я думаю, возможно, может, день пятый сниму, когда, может быть, уже будут более видны какие-то результаты, чтобы было вообще понятно, как идет лечение. Кстати, заметила, вот в Запорожье такие интересные деревья. Я даже не знаю, что это за дерево. Вот видите, надо у кого-то спросить. Клевые. А еще такая большая соста, такие огромные иголочки. Сейчас я подойду поближе. Вот они просто огромные. Вот смотрите какие. Что это? Интересно, у нас таких нету. Хочу показать вам интересную булочку, увидела. Я зашла в очень такое атмосферное заведение, называется Сир Ланселот. Я вам покажу его немножечко поближе. Сейчас я пройду. Такая крутая штука. Судя по всему, здесь кого-то пытали. Интересная кушетка, такие классные зеркала. Ага. С присядем. Здесь надо фотографироваться. Интересно. Сейчас попробуем. Естественно, со своей ручкой, это понятно. Я сегодня думала не снимать видео, но случайно забрела в это заведение. Такая красота, поэтому решила все-таки снять видео. Звук, конечно, будет не очень, но смотрите. Музычка. Надо какую-то средневековую, я так понимаю. Нашла рыцаря своего. Вот ты где. Он от меня прятался. Все это время, наконец-то, мы с тобой встретились. Молчит, правда, ничего не отвечает. Ничего. Мой хороший. Ах, ты меня ждал. Моя прелесть. Тут еще кто-то. Какой-то грустный. Не, ну мне, честно говоря, мне тот рыцарь больше нравится. Тут какой-то, знаю, на индейца похож. Ну, копье такое. Крест. Ага, вот так вот. Так вот это выглядит. Еще посмотрим. Я немножко смущаю, конечно, людей, поэтому, наверное, буду официантов тоже буду возвращаться. Может, мне уже принесли мой заказ.
Я так понимаю, мне, наверное, громче нужно говорить. Меня плохо слышно, да? Вот какая красота. Прелесть. Ага, здесь есть другой вход. Не, у меня пусто. Пока что ничего не принесли. Можно еще погулять. Ну ладно. Определенно мне нравятся эти рыцари. Особенно вот этот мой друг. Мы с ним уже подружились. Ну что ж у меня такая ручка? Вот так получилось. Мой рыцарь, без страха и упрека. Я буду тебе верна. Всю жизнь. Всю жизнь. Всю жизнь. Я нашла своего рыцаря. А это на первом этаже. Вот такие красивые картины на стенах. Супер. Пока бродила, изучала заведение, мне принесли мой заказ. Суши, я очень их люблю. Сейчас будем пробовать. Ну, и как-то вот по традиции так сложилось, что в конце видео я желаю приятного аппетита. Приятного аппетита мне. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. До новых встреч!